Кручусь, как оно, микроволновки. Слушай, в гости ходить. Да? Да. А представляешь, выходят барды и начинают на этой хуйне играть. В три. Там что? У каждого такой телефон, да, сели, да, в круг. И барды, и класс. Нихуя. У тебя не строит айфон. Выкинь свой айфон. Смотри, показывай. Давай, сейчас. Сейчас. Мохнатый. Да. Надушистый. Класс, какая классная, офигенная вещь. Бля, сейчас. Сейчас сыграем, да, разве? Чем в Ютубе есть записи, как ты знаешь, там Баха играет. Да, да, народ пиздец, там я видел, я ж почему их включил. Мохнатый, шевел, надушистый. Нет, надушистый. А по Баху мохнатый. Подожди, стой. Мохнатый, шмель. А, да, да, сэп, сэп, сэп. Дре. Сэп, да, вот это. Надушистый. Дре там. Да, 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 да. А, на доме. Мохнатый шмель. Надо жить. Хмель. А, ре там, ре, правильно. Все, блядь. Блядь. Не умеешь играть на гитаре. Не берись. Камыши. Да. Да ёб, ну Сергей, ну зачем? А цыган. Да не мучай ты инструменты, слушай, не умеешь. Пришел в студию записывать. Какая дочь, за любимым в дочь. Да, пора. Какая власть, нет, да? Нет, то все, всегда. Тут вот такая. Да, да, да. Пора стула. Ой, не такая. Хочу. Волтяжней. А водки нет, ребят. Наливай. Там ре. Цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса. И глаза глядя с бесприютной. Блять. Та с бесприютной тоской багровеющие веющие небеса. Так, вперед! Охуительная штука. Слушай, это офигенная вещь, да.